Привет, мои хорошие. Сегодня мы с вами находимся в магазине. В магазине, в супермаркете машин. Volkswagen. Приехали, потому что мы сегодня оформляем покупку нашей первой новой машины, машины в Бразилии. Я вам сразу покажу ту машину, которую мы выбрали. Это Volkswagen Cross Sense 200, которая на сегодняшний день стоит 125 тысяч реалов. Это чуть больше 2 миллионов рублей. Выбрали эту машину по нескольким причинам, потому что мы очень высокие люди. В рост нас почти под 2 метра. Она достаточно высокая и при этом вместительна, да? То есть считается семейной и более такой для путешествий. Еще мы рассматривали машину Volkswagen Nissan Sense, которая по такой же цене 125 тысяч реалов, но она немного ниже, чем Cross. Но у нее зато багажник больше, чем у Кросса. Потому что, смотрите, они за счет того, что сократили вот это расстояние между передними и задними сидюшками, поэтому здесь очень большое пространство сзади. Вот. Но у нас, кстати, у наших друзей есть эта машина. И мы на ней даже делали прям путешествие. Очень хороший вообще Nissan Cross, очень хорошие машины. Кстати, Volkswagen Cross есть в разных вообще расцветках, но вот это считается премиум или премиум. Вот таким прекрасным цветом, по моему мнению. Он не белый, он такой, как крем-брюле. Вкусно смотрится и вкусная цена, около 200 тысяч реалов, да, стоит. А начинка абсолютно такая же. А, нет, здесь, конечно же, чуть более современно. Вон экран, конечно, больше и более такой выглядит, короче, футуристически, да? А так абсолютно эта машина идентичная тому кроссу, который мы смотрели и выбрали к покупке. Ну, 200 тысяч реалов, конечно, не знаю, ну, за цвет и за новенький большой экран. Не знаю, стоит этих денег, нет. Конечно же, нам еще понравилась вот эта машина. Это Volkswagen. Давайте посмотрим. Volkswagen Handline, которая за 228, за 229 тысяч реалов. Ну, посмотрите, какой цвет внутри. Белый. Она, к сожалению, почему-то не открывается. Я вообще подумал, что это электрическая. Вот. AG4. Кстати, у нее почему-то есть плака. Даже не знаю, по какой причине. Может быть, это чья-то вообще машина. Вот, с номерами. Ну, выглядит она вот так внутри. Красиво. Нам очень-очень-очень-очень-очень-очень понравилось. Ну, такое ощущение, что это электро. Скорее всего, это электрическое, да. Очень симпатичный цвет, такой синий насыщенный. Я хотел, кстати, вам показать, как внутри выглядит ту машину, которую мы выбрали, Volkswagen Cross. Не такой большой, конечно, экран, но она комфортная, скажу вам сразу. Даже очень комфортная. И вон сколько расстояния. Конечно, багажник меньше, чем у Nissan, но зато здесь, видите, какое пространство между передними и задними. Поэтому это такая семейная для путешествий, даже очень длительных. Мы, кстати, не смотрели никакие другие машины, то есть марок там Fiat, Nissan, Honda, потому что больше доверяем Volkswagen. Так что поздравляйте нас с покупочкой.